віки єдиним ідеалом довершеності, перед яким схиляються всі народності, є ідеал, що дає нам християнство. Тільки у світлі Христової науки людина може творити чи робити щось добре для суспільства, для сім'ї, для свого ближнього. Саме віра у Ісуса Христа сподвигає людину на добрі вчинки. Християнство прийшло на нашу землю багато віків тому назад, а саме 1025 років. Саме в липні цього року минає рівно 1025 років з дня цієї визначної дати – Дня хрещення Русі князем Володимиром. З нагоди цієї священної події в усіх церквах, соборах, храмах проходять святкові богослужіння. Не оминули ці священні події і наш Балтський район. В селі Писицеле з нагоди 1025-річчя хрещення Русі пройшли святкові богослужіння та хресна хода. Дані заходи також були присвячені ще одній визначній події, адже саме 1 серпня – це день 110-річчя від дня зарахування до лику святих Серафима Саровського, монаха, чудотворця, пророка, цілителя. Капличка цього святого знаходиться в селі Пасицели. З самого ранку до Свято-Миколаївського храму в селі Пасицели почали сходитися всі віруючі, аби разом із священнослужителями відзначити цю священну подію та поклонитися своїм святим покровителям. Хресна хода проходила від храму Святого Миколая до часовні Святого Серафима Саровського, де відбулось богослужіння. Багато прихожан відклали всі свої справи для того, щоб взяти участь у цій радісній події. Святі кльощі Миколає, молі Бога за нас. Святі кльощі Миколає, молі Бога за нас. Слава тебе, Боже, слава тебе. Слава тебе, Боже, слава тебе. Ты святая Богородица, спаси нас. Святая Богородица, спаси нас. Святитель Отче Николай, моли Бога. Преподобный Отче наш Серафим, моли Бога. Отцу и Сыну и Святому Духу. Господу Иисусу. 1 серпня 1903 року відбулась подія, яка не перестає хвилювати серця людей. Це канонізація преподобного Серафима Саровського через 70 років після його смерті. В день народження святого з великими пишностями були відкриті його мощі і перенесені в приготовлену раку.
Ця довгоочікувана подія супроводжувалась багатьма чудесними зціленнями хворих, які в великій кількості прибували цього дня до Сарова. Шанований ще за життя преподобний Серафим став одним із самих улюблених святих православного народу. Духовний шлях преподобного Серафима відмічений великою скромністю. Ще з дитинства обраний Богом, саровський подвижник без сумнівів доводить своє прагнення служити Богові. 8 років послушницької праці і 8 років храмового служіння в сані ієродіакона та ієромонаха. Життя в пустині та молитовне стояння на камені впродовж 1000 днів і ночей, а також обітниця безмовності впродовж 3 років. 1000 днів і ночей стояв на камні, ведь он видел будущее России, он видел все глазами своими, он молился за будущее, чтобы не было революции, но Господь сказал, накажу. Возлюбленные, много можно сказать за преподобного Серафима Саровского, какие творил чудеса. Разбойники приходили, они думали, что у него находятся сокровища. Избили, но Господь невидимой рукой своей исцелил его. Звери приходили к нему, и жадные, ведь медведь, если он голодный, он может даже свое дитя убить. Но к преподобному Серафиму пришел и брал из рук, облизывал руки и брал из рук хлеб и ел. Когда приезжали к нему паломники, можно сказать, и паломники, и люди, которые хотели, чтобы он помолился о здравии их, он знал наперед, чего человек желает, что от них хочет тот или иной. И однажды зимой, когда приехал в санях князь, он говорит ему: «О княже, даже нечем угостить тебя. Малая избушка, небольшая». И говорит: «Ничего, сейчас печурки растопим, закипятим водички и попьем чайку из малинки». Какая малинка может быть? Это наши технологии в морозилке. Тогда люди не думали, что можно заморозить. Но и до морозов малина, как говорится, не достояла. Преподобный поворачивается и нарывает, как бы ниоткуда взялись кусты малины в уголке. И там малину он нарвал, говорит: «Никому не говори, до моей кончины». И когда пришло время предстать перед Господом, Божья Матерь явилась преподобному Серафиму и сказала, что душа твоя отлетит в небо, где все праведные упоеваются. Предсказала ему даже смерть. Но он, преподобный Серафим, еще до смерти своей сказал он, что тот царь, который прославит меня, прославлю и я его в людях. И возлюбленные, по кончине в 1903 году достали нетленные мощи Серафима, убогого Серафима, как он говорил. И как он предсказывал, говорит: Пасха будет, ибо пасхалии будут петь, когда будут нести в Деве его понесут, и Пасха будет. Возлюбленные, свершились слова преподобного Серафима Саровского. Потому что, когда несли нетленные мощи, люди в радости
больше 500 тысяч человек провожали мощи преподобного Серафима Саровского. И люди пели пасхальные каноны, пели, радовались. Радостью не было границы. Люди ликовали. Христос воскресе! Христос воскресе! Пели. И еще при жизни, встречаясь с людьми, преподобный тоже приветствовал словами: «Христос воскресе! Радость моя!» И в сегодняшний день поминовения обретения мощей преподобного Серафима Саровского, престольный праздник этой часовни, я тоже могу вас приветствовать, даже хочу всех. Христос воскресе! Будьте все здоровы! Телу здравия, души спасения! Пусть Господь дарует всем вам! И дай Бог многие и благие лета прожить вам! Слава про нього обійшла всю країну, і сотні віруючих, яким була потрібна допомога та підтримка, приходили за порадою. Він бачив серця людей і молитвою зцілював душевні та тілесні рани. Преподобний Серафим за свої діяння став одним із найвеличніших святителів. Сьогодні до мощів святого нескінченним потоком стікаються віруючі люди, які за молитвами преподобного Серафима Саровського чудотворця отримують допомогу від Бога. І навіть після смерті Серафим Саровський продовжує молитися за кожну людину, яка звертається до нього з молитвами. Вірний угодниче, великий чудотворче, преподобний отче Серафиме, приймі мало есі моління наше, в похвалу тебе возносимое, і пред своє нині престолу царя царствующе, Господа наше Ісуса Христа, молися о всіх нас, да обряще милосердя його в день судний, в радості поющему. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя. Приймі мало есі моління наше, похвалу тебе возносимое, і пристоя нині престолу царя царствуючий Господа нашого Ісуса Христа, моляся у всіх нас, да обрящи милосердя Його в день судний, в радості поющий Йому. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Земля села Пасицеле є надзвичайно священною та благодатною. За давніми переказами, на місці, де сьогодні знаходиться капличка Серафима Саровського, колись був православний чоловічий монастир. Турки, які деякий час окупували цей край, вірвавшись в монастир, здійснили страшне злодіяння. Біля 300 монахів були страчені в один день. Мученики православної віри, які з гідністю прийняли смерть із рук катів, так разом і були похоронені в братській могилі. На цьому священному місці і побудована капличка, а на місці захоронення стоять поминальні хрести. Люди пам'ятають про монахів, які були невинно тут убиті, і приходять поклонитися праху та почерпнути благодать, яка є на цьому місці. Многие люди, которые приходят на это место, место, где некогда стоял монастырь, и по традиции рассказывается, что здесь были убиты монахи, турками были зарезаны. На самом деле на этом месте великая благодать. Благодать, которой могут люди причаститься, придя сюда, помолившись на этом месте. Той благодати, которая присутствует также и в Дивеево, в месте, где сегодня прославляется святой угодник Божий преподобный Серафим. Потому что не все имеют такую возможность в наше время поехать так далеко, чтобы поклониться его честным мощам. Но во всяком месте, где прославляется его имя, там и Серафим Саровский помогает людям, отвечает на их молитвы, посылает им благодать, потому что именно благодати было все учение его всей жизни. Именно одной из главных добродетелей, которую призывал преподобный отец Серафим Саровский,
говорил о том, что нужно стремиться стяжать благодать дара Духа Святаго в жизни. На самом деле это есть цель христианина, потому что наши тела, наши души являются сосудами Божьими, являются храмами Бога Живаго. И если в этих храмах не обитает Господь своей правдой, своим законом, своей благодатью, тогда наши души, наши тела, к сожалению, становятся капищами идольскими, в которые селяются бесы. И тогда человек смиряется, когда понимает, что он немощный, когда понимает, что он наказан из-за своих грехов, и приходит, ищет такие благодатные места, где прославляются угодники Божии. Пусть Господь святыми молитвами преподобного отца нашего Серафима Саровского дарует каждому из нас премудрости, здравия, благодати Святого Духа, все исцеляющие и немощные врачующие, и пошлет каждому из нас истинное покаяние, без которого мы не можем наследовать Царство Небесное. Це святі міста, які знаходяться в селі Пасіцела. Тут був бивший монастир, там вище був монастир Свято-Успенський. Тут був скит преподобного Серафима Саровського. Тут на цьому місці вбили 300 монахів по преданню в 700-х роках турки, які заставляли прийняти свою віру. І так як люди розказують, що аж на кладбище, там де ми тільки що служили панахиду, туди річка крові текла аж і там зупинилась, там їх і поховали, цих всіх монахів. Зустрілися монахів похоронені, ну, крісов тут три. А другий кріс – самий сильний. Цих монахів убили. А почему их убили? Их убили, потому что они любили Господа. И поэтому их всех 300 убили на том месте, где их похоронили. И там их похоронили. Мы сегодня находимся на священном месте. Что для вас есть это место? Для нас это место очень важно. Мы ездим в Байталы на источник царственных мучеников и обязательно заезжаем на это место святое, источник Серафима Саровского. Мы сюда очень любим заезжать, потому что царская семья прославила Серафима Саровского. Вот. И это два источника побратимы, и мы заезжаем и здесь молимся вместе с батюшкой, идем крестным ходом на могилке убиенных 300 монахов. Там тоже бывает батюшка литию служит, и прикладываемся к крестам. И у нас паломники наши получают очень много исцеления, помощи. Здесь очень большая благодать. Лично для меня это место значит очень много. С чувством глубокого благоговения третий год подряд я встречаю здесь праздник перенесения мощей преподобного Серафима Саровского. Для меня это самый любимый мой святой. Я чувствую с ним вот контакт какой-то. Я всегда прихожу во всех своих скорбях и нуждах, всегда поклоняюсь этому святому, прошу у него помощи. И чувствую тепло, исходящее от его иконы. И чувствую по молитве, как он отвечает мне на мои вопросы. Очень еще я люблю спускаться к месту захоронения 300 монахов, которые положили свою жизнь за нашу святую православную веру. И я считаю, что вот сейчас много говорят о патриотизме, что патриотизм, вот пример такого патриотизма, любви к своей родине, любви к своей вере и к своему народу, вот это пример, эти 300 монахов, которые никто из них не предал свою святую веру, никто не предал свою святую землю. И по преданию говорят, когда турки отсекали им головы, текла кровь вниз. И там, где она закончила течь, там их похоронили. Я всегда припадаю к этим трем крестам и всегда прошу помощи у этих великих святых, у этих 300 монахов, которые тоже служат примером для меня. Они дают силы, они дают веру, уверенность в том, что жизнь вечна, неприходящая, и что мы в этом мире для того, чтобы стать
чадами Божьими. Не для того, чтобы иметь красивые дома, машины, а для того, чтобы соединиться с Господом. И в этом нам помогают Серафим Саровский и 300 убиенных монахов, которые рядом с ним покоятся здесь. І дійсно, кожна людина, яка побувала на цьому місці хоча б раз, відчула Божу благодать, адже ці місця є надзвичайно священними. Одразу після святкового богослужіння священники провели водосвятний молебень біля джерела, який знаходиться біля каплиці. Вода в ньому також вважається священною та зцілює від хвороб. Кожен, хто прибув сюди, зміг набрати священної води із цілющого джерельця. Спасибо, Господи, люди твоя, і благослови достоя, пніє твоє. Всі, хто щиро вірує в Бога, зібралися цього дня, аби поклонитися святим молитовникам Божим та подякувати їм за допомогу та підтримку. Після завершення водосвятного молебню всі направились вузенькою лісовою стежечкою до могили 300 монахів, які полягли тут, захищаючи святу православну віру. Священники тут відслужили за упокійну літію. Милости Божия, Царства Небесного и оставления грехов их у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Дуже радий, що сьогодні приїжджають до нас багато паломників із Білорусі, із Одеси. Сьогодні присутні із Первомайська, з Первомайської єпархії. От, багато людей з сусідніх сіл приходять. Ми дуже цьому раді, що з нашими усиллями і з усиллями людьми це місце не забути. Споглядаючи сьогоднішнє дійство з такою кількістю людей, можу сказати, що в цьому неодмінно є ваша заслуга. Адже потрібно прикласти чимало зусиль для згуртування людей навколо віри. Чи багато молоді відвідує ваш храм? Так, до нас приходять за 2 місяці мого пастирського служіння. Я замічаю, що в нас чим більше, тим чим далі, тим більше дітей приходить до святого храму.
Більше всього приходить в Свято-Казанський храм на другій частині, так як там і школа знаходиться. Приходять діти, діти і пономарюють у нас, на пономарці знаходяться, прислуговують батюшки і співають в хорі діти. Слава Богу, з нашими молитвами, з усіми силами ми стараємося з людьми, щоб достигти одної віри, одної цілі, щоб люди не забували про храми, так як в Пасіцелах знаходиться 4 храми. Це Свято-Нікольський храм Казанської ікони Божої Матері, Серафіма Саровського і зимній храм возле Святителя Ніколая. У нас великі святині, у нас також знаходиться, так як ми бачимо, Святителя Ніколая Мирликійського, чудотворця, чудотворна ікона, по якій, по молитвах, які люди звертаються, дає, допомагає. Владика наш приїжджав 15 числа, у нас був візит пастиря нашого високопреосвященнішого Олексія, архієпіскопа Балтсько-Янанівського. За 100 років село Пасіцеле це вперше встріло правячого архієрея на божественній літургії. Святе місце – це особлива частинка нашої землі. Це те місце, де людина, не дивлячись на свою національність, культуру, відчуває особливу присутність Божої благодаті. Це ті місця, де ми хоча б на лічені миті доторкаємося до Господа Бога та відчуваємо Його священну благодать. Кожна людина повинна хоча б раз в житті побувати на таких священних місцях та почерпнути благодать Божу, сили для свого життя та зрештою зрозуміти, що саме віра означає для нашого світовідчуття та відносин між людьми. Можливо, саме подія 1025-річчя Хрещення Русі стане тим визначним рубежем, коли люди відкриють в своїх душах любов та віру в Господа Бога. В этом году несколько православных государств совместно отмечают 1025-летие крещения Руси. Крещение, которое совершилось благодаря выбору одного человека, князя Владимира, которым мы называем «Красное солнышко», святым церковь его канонизировала. Этот выбор был весьма важен не только для него лично, как выбор спасения души, но этот выбор стал определяющим для всей Руси. Поэтому крестившись Русь, тысячи людей стали святыми, прославились великих святых. Это преподобные, мученики, цари, князья. И миллионы людей обрели путь в Царство Божие. Сегодня мы празднуем память преподобного отца Серафима Саровского, это великий подвижник, великий святой Русской Православной Церкви, один из многих, которые прославляют нашу церковь во всем мире, потому что он почитается всеми православными всего мира. И все святые, которые прославляются, во многом заслуга их святости заключается именно в выборе князя Владимира, потому что он выбрал православие. Князь Владимир, пока он был язычником, у него было множество жен. Предание говорит, что более 100 жен. От них он имел много разных детей. То есть жил вполне, воплощая в жизнь всю языческую идеологию в разврате, пока его сердце не коснулось благодати. И когда князь Владимир сделал выбор, то приняв православие, он остался мужем одной жены, и идолы были попраны, идол Перун, которому поклонялись по приказу князя Владимира, был брошен в реку Днепр, в той реке, в которой крестились люди. Вот. И палками этого идола били и гнали, попирая, показывая тем самым свое непочтение уже к этому идолу, пока этот идол не перешел пороги. Вот. Поэтому Русь, крестившись, стала называться святой, потому что множество мучеников пролили свою кровь. Первыми страстотерцами стали как раз-таки дети князя Владимира, дети от одной из его бывших жен, от болгарки, князья Борис и Глеб, которые были убиты своими же братьями. Видите, как враг рода человеческого, дьявол, он стал мстить
за сделанный выбор, за то, что путь к спасению был открыт для многих людей, потому что люди следовали за своим князем. Они решили, что если князь избрал эту веру, значит, он сделал правильный выбор. Тогда общество строилось по патриархальным принципам, и слово князя, оно всегда почиталось и уважалось. Поэтому некоторые говорят, что Русь крестилась мечом, огнем мечом, это неправда. Просто люди из любви к своему князю, они последовали его совету, его повелению прийти на Днепр и креститься. И вот враг рода человеческого, он всегда мстил в лице его детей, его потомков. И в наше время мстит до сих пор. Мы видим, что несмотря на то, что православие было распространено по всему, по всем землям русских княжеств, несмотря на это, в наше время многие люди, хотя именуют себя христианами, к сожалению, живут в язычестве. И для нас символично крещение Руси тем, что каждый из нас, следуя этому примеру, должен понимать и помнить, что мы каждый день стоим перед выбором. Каждый день Господь нам посылает те ситуации, когда мы либо избираем правду Божию, либо избираем грех, либо мы следуем за Христом, либо мы служим идолу, идолу чревоугодия, идолу гордыни, идолу сребролюбия, стяжания богатств и гонкой за длинным рублем, когда мы тем самым попираем достоинство ближнего и готовы сделать всякие нехорошие вещи ради поклонения вот этим идолам нашего времени. Сегодня в рамках празднования 1025-летия крещения Руси ряд мероприятий и торжеств по всей Украине были. Мы были причастниками и свидетелями этих торжеств. Во-первых, это соборное богослужение в Киеве, где присутствовали предстоятели поместных православных церквей, патриархи Русской Церкви, Сербской, Болгарской и множество представителей, епископов, митрополитов от всех поместных православных церквей. Тем самым все православие выражает свое почтение, выражает свое уважение и возносит молитву к великому нашему совместному святому князю Владимиру. В рамках, на просторах нашей Балтской епархии тоже ряд торжеств и богослужений совершались. По благословению владыки Алексея, архиепископа Балтской Ананинского, сегодня здесь, посетил, был совершен крестный ход от храма святителя Николая сюда к часовне Серафима Саровского. Здесь некогда стоял монастырь. Турками были убиты монахи на этом монастыре. И этот крестный ход сегодня был посвящен крещению Руси. Убийство монахов, сам подвиг мученичества, он тоже является образом крещения, называется богословным крещением кровью. Вот. И, к сожалению, имена этих монахов нам неизвестны, они были забыты, но мы знаем, что в 20 веке миллионы людей пострадали от безбожной власти в гонениях, в лагерях, были убиты. Более 100 тысяч священников были расстреляны и погибли в лагерях. Эти люди пролили свою невинную кровь, и весь этот период 20 века он называется вторым крещением Святой Руси. К сожалению, те потери, те утраты, которые понесла церковь, они до сих пор не восстановлены. Вот, к примеру, на этом месте стоял монастырь в 20 веке, его сейчас нет. Но люди помнят подвиг своих предшественников, поминают своих наставников, приходят сюда десятками, сотнями, тысячами, молятся и черплют ту благодать, которая на этом месте пребывает, молитвами тех людей, которые здесь трудились, и тех монахов, которые пострадали за веру Христову на этом месте. Также в рамках празднования 1025-летия крещения Руси, а также в этом году мы празднуем 400-летие дома Романовых, наш владыка, архиепископ Балтский-Нанинский, совершил торжественное богослужение, литургию в храме Рождества Богородицы села Байтала, где в приходе тоже построена часовня в честь святых царственных мучеников, на месте, где некогда тоже стоял монастырь. Эти две часовни, часовня Серафима Суровского села Посицело Балтского района и часовня святых царственных страстотерцев села Байтала Ананинского района, являются побратимами. Они строились в одно время, едиными молитвами, в одном духе,
Можно сказать, что благодетели были одни и те же люди практически, которые строили совместно эти часовни. И на самом деле не являются побратимы, потому что паломники, которые приезжают по Сицело, они обязательно заглядывают и в Байталы. Или наоборот, паломники, которые приезжают в Байталы на источник, они приезжают обязательно сюда по Сицело. Принятие христианства объединило многие народы. Как думаете, сложно ли сейчас сохранить единство народов? И что для этого требуется? Единство, оно, конечно, во Христе. Единство выражается нами причастием от единой чаши в Евхаристии. Вот. А все остальное, что нам, казалось бы, не обуславливает единство, там, границы, таможни, это все второстепенное. Мы должны быть едины в вере, помнить о том, что у нас единое Отечество, Царство Небесное. Вот все здесь на земле это временное, нас оно не должно как-то смущать. Мы должны это учитывать, должны уважать наши земные власти, подчиняться им в рамках тех законов, которые не ущемляют чувства и права верующих людей. Вот. И слушаться церковь в священначале, вот тем самым мы будем выражать свое единство. 25 лет назад празднование тысячелетия крещения Руси стало своего рода точкой отсчета. Тогда началось постепенное духовное возрождение народа. Чем является нынешняя дата? Чему она должна положить начало? 25 лет назад, когда праздновалось тысячелетие крещения Руси, тысячи храмов были разрушены, процент православных был очень небольшой в то время. И параллельно с этим вот эта перестройка, которая начиналась в то время, дала возможность в свете празднования тысячелетия крещения Руси вспомнить людям, вспомнить всему народу, откуда мы происходим и к чему мы призваны вообще. Вот сегодня, 25 лет спустя, это дата, когда мы можем подвести итоги, возблагодарить Бога за то, что было сделано. На самом деле, во многом церковь возродилась. Свидетельством этому является и строительство храмов, и открытие духовных школ и семинарий, и рукоположение тысячи священников и диаконов на просторах бывшего Советского Союза. Вот. Но это должно также дать нам повод объединяться в молитве, объединяться в вере и творить все благое для созидания православного общества, для воспитания будущих поколений, наших детей, внуков, которые будут рождаться, стремиться сделать как можно больше для того, чтобы вера православная процветала. И чтобы те страшные события, революция, гонения на церковь больше не повторялись. Як показує багатовікова історія, християнська духовність була, мабуть, головним фактором збереження нашого народу. Невичерпний духовний і культурний потенціал християнства дає нам благодатні сили для творіння добра, примноження любові та подолання труднощів. Утвердження в нашому народі християнства, початок якому заклав князь Володимир, стало тим самим стержнем, навколо якого сформувалася наша духовність, виховались десятки поколінь, які пронесли крізь віки традиції народу, серед яких повага до ближнього та любов до Господа Бога. Нехай священна свіча віри в Бога і надалі дарує нам священну благодать, духовну наснагу, міцне здоров'я та довголіття.